Всем привет! Вы на канале Artfly, и сегодня я вам расскажу, как сплести из бисера вот такие вот колечки, еще из стекляруса. Для такого колечка нам понадобится леска, у меня 0,2 миллиметра, ножницы, потом и бисер. У меня это, я буду использовать золотой бисер и зеленый стеклярус. Лески нужно примерно 60 сантиметров. Ну, можно и больше, если вы боитесь, то, что лески не хватит. Давайте же начнем. Нанизываем на леску 3 стекляруса. 2. Вот. Потом и через еще один стеклярус проходим с леской крест-накрест. Вот видите, я делаю стеклярус и вот таким вот образом прохожу крест-накрест. Вот. Теперь совмещаем концы лески и затягиваем на середине. Вот. Должен получиться такой квадратик. Далее. Нам нужно таких... Вот я плету таких 6 квадратиков. Так, далее. Набираем на один конец один стеклярус, на другой тоже один стеклярус. Потом через еще один стеклярус проходим с леской креста. Ну, я еще раз совмещаю концы, чтобы точно было на середине. Вот. И так плетем до размера пальца. Так, вот я сделала 5 крестиков. Вот на этом нужно немного остановиться, чтобы... Смотрите, нужно доплести до такого состояния, чтобы вот один квадратик оставался до обхвата пальца. Вот. То есть не до конца, а чтобы один квадратик оставался. Теперь показываю, как скреплять. Потому что мы сейчас будем скреплять. Надеваем на один конец лески один стеклярус. И на другой конец тоже один стеклярус. Вот так. Смотрите, теперь берем правый конец лески. Вот он, правый конец. И первый квадратик, начало нашего пути. И вот так вот правым концом справа налево проходим через первый стеклярус. И теперь левым концом, слева направо теперь, проходимся в первый стеклярус. То есть крест-накрест тоже. И вот так вот затягиваем. Получается уже... Почти что готовое колечко. Ну, а теперь... Теперь мы будем, скажем так, вплетать вот эти вот промежуточные бисеринки. Они у меня будут золотыми. Можно вообще, конечно, любым цветом сделать. Так, вот мы сделали вот так вот. И теперь... Правым концом проходимся через ближайший стеклярус, как я показываю на видео. Так, далее. Набираем одну бисеринку и проходим в следующий стеклярус. Вот так должно получиться. Так, далее еще берем, набираем одну бисеринку и вставляем. Вставляем следующий стеклярус. И так далее до вот этого места. То есть все кольцо. Вот. Мы прошлись полностью. Вот так вот должно выглядеть. Теперь... Да, вот так. Так вот поворачиваем, чтобы затянуть
лесенки уже вставлены, должны быть с правой стороны. Что у нас с камерой сегодня? И через лес, когда ходим в ближайший стеклянный, как показано на видео. А далее, все так же, как и до этого мы делали. Набираем одну лисинку и проходим стеклярус. Сюда. И так далее, пока мы не проплетем все кольцо. Так. Вот, смотрите, сейчас я вставляю последнюю лисинку. Последний промежуток. И вот теперь нужно выйти не в лисинку, а вот здесь, в этом месте, а только в стеклянную. Вот так. Эту лисинку не трогаем. Подтягиваем это хорошенечко. И теперь походим вот в эту стеклянную. Смотрите. Вот мы и закончили эту стеклянную. Не закончили, точнее. Осталось только завязать. Теперь засовываем леску вот в эту стеклянную. Вот сюда. Вот так. Вот. И у нас две лески рядом получилось. Одна выходит из этого стеклянного, а другая из этого. И теперь завязываем узелки. Нужно делать 3-4 узелка, чтобы точно ничего не развязалось. Вот я завязала 3 узелка, теперь просто прячем кончики в бисер и стеклянус. Вот я спрятала кончики, вот здесь один выходит здесь, другой здесь. И теперь обрезаем прямо под ноль. Потому что только не порежешься само колечко, что у меня бывало такое. Вот. Но есть люди, которые по-другому завязывают и заканчивают кольцо. Они просто отрезают, потом поджигают зажигалку. Я обычно так не делаю, я просто прячу кончики, а потом их обрезаю. Ну все, наше видео подошло к концу. Вот такие вот у нас колечки получились. Вот такое вот колечко. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!